сесть в супербыстрый самолет и облететь полземли за 4 часа. Это может показаться научной фантастикой, но в будущем такие технологии могут стать реальностью. Британские инженеры объявили, что получили финансирование на разработку ракетного двигателя нового поколения под названием «Сабре». Как ожидается, он произведет революцию в авиационной индустрии. Мы разрабатываем революционные реактивные двигатели, которые откроют нам доступ в космос. Доступ куда угодно в мире всего за 4 часа. Новые двигатели сочетают реактивные и ракетные технологии. Главная инновация – система теплообмена, которая быстро охлаждает воздух, нагнетаемый снаружи, с плюс 1000 до минус 150 градусов по Цельсию. Затем он сгорает с жидким водородным горючим. Это означает, что подобные двигатели будут облегченными, и их можно будет применять в авиации и космонавтике. Как только двигатель выводит ракету в околоземное пространство, он трансформируется и начинает использовать кислород на борту. Разработчики говорят, что технология позволит пассажирским самолетам летать со скоростью, которая в 5 раз превышает скорость звука, и даже выходить на орбиту Земли. Например, самолет с 300 пассажирами, следующий из Европы в Австралию, преодолеет этот путь за 4-4,5 часа. Впрочем, эксперты говорят, что понять, приживутся ли эти технологии, можно будет только тогда, когда станет ясно, выгодны ли они с экономической точки зрения. В наше время ни одна авиакомпания не будет рисковать с самолетами, даже с самыми превосходными, если они не приносят прибыль. В наши дни самолет должен приносить деньги, быть эффективным, а также, учитывая экологическое законодательство, не наносить вреда окружающей среде. В краткосрочной перспективе новые двигатели смогут использовать для доставки на орбиту грузов и спутников. Как ожидается, первый прототип разработают к 2020 году. Когда же появится революционный летательный аппарат, прогнозировать пока не берутся.